Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина повеселила родителей. Семилетняя девочка примерила на себя образ инстаблогерши. Сегодня Примадонна поделилась забавным видео с участием дочери Лизы. Больше лайков, больше смайликов и, конечно же, подпишитесь на меня. Лиза, покажи нам девочку из Инстаграма какую-нибудь. Хорошие мои, сегодня, наверное, вам что-нибудь расскажу. Нет, да, наверное, завтра. Чао-какао! Аллу Борисовну рассмешило представление дочери. В то же время артистка выразила надежду, что в будущем Лиза не станет одной из тех, кого она спародировала.